любимая шоколадка Аленка. Так, Боня, теперь наша комната. Don't enter here! Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Наконец-то мы снимаем для вас новое видео. Мы очень давно уже ничего не снимали. И сегодня у нас появилась очень классная идея. Мы сегодня поменяемся комнатами. И мы не просто поменяемся на 24 часа, а на долгое время. И не просто так поменяемся, перейдем к друг другу в комнату, а мы будем все менять. Мы будем переносить наши вещи, кроме мебели. Все равно у нас мебель одинаковая. Ну что, ребят, сегодня будет очень интересно, так что не переключайтесь. А также подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А мы начинаем. Мебель мы тоже переставлять не будем, только вещи. Например, вот. Сейчас я буду собирать мои вещи. Я, конечно же, заберу все вот это вот. Мое рабочее место. Также все, что здесь висит на стене. Ну вот это я оставлю. Потому что Ксюша тоже самое. С моих полочек я тоже все заберу. Здесь у меня косметика, всякие шкатулочки, пеночки. Также придется освобождать шкаф. Нам очень интересно было пожить в других комнатах. Я обязательно с собой заберу компьютер. И хомячок, конечно же, пойдет со мной. Давайте начинать. Сначала мы, наверное, поменяем постель. Ух. У меня тут пижама. А я уже готова. Мягче. Нам больше делать нечего. Я свой матрас тоже заберу, чтобы да, я тоже, потому что у меня побольше матрас. Потолще. Тяжелый. Спи на кровати. Да. Ты это тоже с собой заберешь? Пингвинчика забирал. И этого тоже, и зайчика там на шкафу. Вот он. Это я тоже снимаю. Потому что это больше не мое. Бонечка пришла уже на мою кроватку. Боня тоже теперь наша комната. Я уже переклеила. Я тоже отклею. Это вот я сюда наклею. А тут что за клей? Готово. This is my room. Don't enter here. No exit. Так, постель мы уже поменяли. Вот моя кроватка. Единорога отдаю Маргарите. Чинс. Не нужен. Спасибо. Ой, Бонни, теперь у нас нету выхода на улицу. Теперь ты просто будешь смотреть в окошко. Мать, меня будешь видеть. Ты теперь больше будешь видеть кису, а не собачки. А, да, да. Теперь да. Мы будем меняться полками. Давай. Ксюша много работы, у меня нет. Я люблю собирать коробки. Это айфон папин. Тут у меня эта палка парень, не знаю, почему она тут. Тут коробки от всех наших телефонов. Это мамина, это мое, это мой старый, у Маргариты еще свой. И тут AirPods. Это мамин компьютер, это папин компьютер. Ой-ой-ой, ты же там писал, да? Покушка чик! Чик-чик-чик! Смотри, почти все беру поместились в майку. Вот это. Вот. Вот их нет. Нет, мой. Все сюда поместились. О, это все мне в майку поместилось. Не получилось. Тут очень много вещей, которые я кушала, которые очень вкусные. Вот это очень вкусное, я обожаю. А тут слайм от Шейнинджа. Нет! Почему поломалась тут? Вот тут еще шоколадка. Слайм вытек. Ну, мне нравится хранить упаковки от каких-нибудь вкусняшек, которые я ела. У меня есть целая коробка таких упаковок. Это мучиз. Две упаковки. Это такие были желейки. Очень вкусные. Это суп. Очень вкусный. На челлендже.
еще мороженое. Это американские сладости, которые мне Маргарита подарила. Это шоколадка с Киргизстана. Это такие трубочки были. Дима шоколадка Аленка. Тик-так. Тут такая конфетка-коровка. Такая конфетка. Карамельки. И вот такие желейки. А вот это карамельные конфеты. Это мой любимый чупа-чупс. А это мой любимый желейки. Карандаши. А тут совсем не карандаши. Я даже храню этикетки от одежды. Потому что они такие красивые, тем более вот это очень красиво. Вот это не знаю почему. Микки Маус Кавказ. Это потому что красиво. Это не знаю почему. Это потому что Бершка. Ну что, моя полочка уже готова. Я перенесла все мои вещи. А у меня две полочки оказались пустыми. Не знаю, что здесь сложить. Собрать все со стола. Вот тут вот микрофон и тут на шкафу. И вот там. И хомяка. И тут. И все. А пуфик нет? Нет. Куда микрофон поставить? Целых три коробки от вам. Я же не выкидываю. Тут у меня левый. Так. Это бумага для рисования. Хорошо. Так. Ух, она не влезает. Так. Ну что, ребят, мы уже дошли до стола. Это вещи все Маргариты. Осталось еще чуть-чуть, и все закончится. Ну что, ребят, я уже перенесла всю мою одежду в шкаф. И вот. И потому что надо подключать опять. Тоже не выключить. Теперь это надо все подключать. Очень много вещей, и этот стол очень маленький для меня. Еще много чего осталось ставить. А пока оставлю. Нужно еще снять все вот эти вот Ксюшины фотографии. Я не могу осталось. И все. Я подключила компьютер. У меня осталось снять постер. Сюда я повесила вот эту доску. Здесь олень. Ну, а вот это я еще не знаю, пока куда поставить, но это я отсюда уберу. Пока сюда уберу. Потому что на стол не получается. Он такой маленький. Мне еще нужно повесить вот эту вот гирлянду. Я думала, куда мне ее повесить. Хотела здесь на кровати. Ксюша, осталось забрать своего хомяка. И... закрутить. Аквариум очень тяжелый. Ваня, маленький кузя. Я не знаю, как. Блин, как раз сюда поместился. А на месте Кики. Теперь будет спать Ваня. Вот они. Так, спецэрничку принести. Здесь она будет кушать и пить. Она все еще думает, там ее комната. Она все время идет в ту комнату. Все, молодец. Ну что, ребят, вот мы и закончили наш обмен комнатами. Теперь я буду спать здесь. Может быть, мы заскучаем по нашим комнатам, и мы снова поменяемся. Здесь у меня на подоконнике все такие разные светильники. Бутылочка, здесь у меня резинки.
я повесила свои плакаты. Тут мои игрушки. Тут очень хорошее место для кисти. Стол тоже очень удобный. Вот. Дальше перевесила свои картины. Здесь моя гитара стоит будет. А тут микрофон и колонки. Мы пока что не знаем, как долго мы здесь будем. То есть я у Ксюши и Ксюша у меня. Может быть, нам надоест через неделю, через месяц. Посмотрим. А вы можете следить за нами в нашем блоговом канале. Да, ссылочка в описании. Влоги выходят очень часто. И на сегодня все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Также лайки, TikTok, Instagram. Все ссылки в описании. И всем пока. Пока. Thank you.